Победу на втором татами одержал Висита Элабаев, Северокавказский федеральный округ. На второй татами приглашаются Малик Гаджимурадов, Южный федеральный округ, и Данила Корчемко, Северо-Западный федеральный округ. На третьем татами победу одержала Татьяна Кряклина, Центральный федеральный округ. На третьем татами приглашаются Мухнина Джамукова, Криволжский федеральный округ, и Алина Лазарева, Сибирский федеральный округ. Готовятся к выступлению на третьем татами Юлия Лукина, Санкт-Петербург, и Алина Воробьева, Центральный федеральный округ.
татами покров. На третьем татами победу одержала Мукминат Джамукова, Приволжский федеральный округ. На третий татами приглашается Юлия Лукина, Санкт-Петербург, и Марина Воробьева, Центральный федеральный округ. Готовится.